Всем привет! У нас сегодня 31 августа. Мы копаем картошку. Ну, Женя копает, и я снимаю. Ну, я буду выбирать ее, конечно же, сейчас. Вот такая у нас грядка, вся в траве. Я вам потом еще покажу, сколько мы накопали. Вот из этого участочка, видите, из двух грядок у нас получилось ведро вот такое вот. Сейчас ближе покажу. Разные здесь у нас сорта и разные размеры картофелины. Продолжение следует. Продолжаем копать картошку. Еще два ряда. И вот еще такое ведро. Первое ведро, второе ведро. Видите, это уже поинтереснее, покрупнее. Тут есть такая крупная. Ну, одна правда. Так, пошел у нас четвертый ряд. И тут уже тоже такая крупненькая. Буду выбирать. Продолжаем копать картошку. Сейчас мы ее на просушку. Женя несет. У нас уже без 28. Вот получилось у нас 5,5 ведер. Последнее неполное ведро с вот такого вот участочка. Такой вот урожай. Сейчас вам покажу. Мы ее высыпаем. Женя высыпает. Я просто выбирала ее. Да, физический труд тяжелый. Выбирать картошку. Ну что, любимый? Свет надо сейчас включить. Покажу, какую мы картошку собрали. Вот, смотрите. Кажется, ее так много, она такая крупная. На самом деле она не такая крупная, ее не так много, как кажется. Она высохнет, и мы будем ее перебирать, фасовать, а потом кушать. Вот так вот. Всем хорошего вечера и хороших урожаев. Пока!